А наверху лукаут. Смотри, рядом прям вообще сопочка. О, вот это да. С высоты красиво видится. А? С высоты красиво видится. С высоты, да, наверное, вообще а классно. А снизу скучно. Не, с высоты клево. Вот почему хорошие снимки я и получаются. Говорю, с высоты круто, а снизу скучно. Да, ты прав, Олеж. Видно туалет, там видишь желтый значок? А, вот это в воде, что ли? Нет, в доме. А. Видишь домик? Вижу, точно. Вот маленький пляжик, там даже туалет есть, Алёша говорит, представляешь? Да, это есть туалетик, тут домик. Обалдеть. А вот это рыбацкая лодочка. Привет из Окленда. Ой, супер. Ты слушай, не говорить никому, что мы из Окленда, да? Не, можно говорить, что из Окленда, только что мы из Вест Окленда. А почему? Ну, они не любят, если скажешь South Окленд, они выгонят, потому что там, ну, ты понимаешь, почему, не буду говорить. Почему не нравится West Окленд? West нравится. А South? Не нравится South, ну, потому что они все там такие ненадежные, знаешь. А, хорошо. Там значит, все West. Пропадает, все ломают и так далее. West, да, хорошо, понятно. Ну, может и так на West. Да, Лешенька, я туда пройду. Просто не хочу, чтобы это... Ух ты! О, мы подъезжаем к Пиктону. Это такой маленький порт на другом острове, где причаливают эти большие ферри, которые перевозят машины и людей, грузы. Вот. Этот порт называется Пиктон. Вот мы к нему уже подъезжаем. Еще попробую показать. О, это порт. Смотри, там лес грузят. Там пароходы. Маленькие катерочки. Обалдеть. Наконец-то мы прибыли. Мы были в море 7 дней. Вот, и прибыли наконец-таки на другой остров. А? Представь нас встретим с Пакой. О, это было бы супер. Я говорю, Андрей, мы плыли 7 дней и наконец-то прибыли. Представляешь?